Муниципальные депутаты от фракции «Единая Россия» Станислав Улитин и Александр Гусев провели мониторинг розничных сетевых магазинов Одинцовского округа. Партийцы посетили торговые объекты в Горках Вторых и Кубинке. В ходе проверки уделили внимание ассортименту продовольственных товаров и их качеству. По информации руководителей, в настоящее время проблем с поставками продовольственных товаров нет, складские запасы значительные и доставка осуществляется по плану. Дополнительно рассматривается вопрос изменения логистики и увеличения объемов поставок сахара и некоторых круп.